Доброе утро, мои дорогие, мои любимые, мои хорошие, самые крутые телезрители телеканала «Губерния». Мы сегодня приготовим вкусный салат с говядиной. Вот, собственно, с нее мы и начнем. Говядину нарежу тонкими слайсами, как можно тоньше, вот прям, чтобы просвечивалось. Вот такие слайсы практически просвечиваются. Мы сейчас отправляем весьма кипящую водичку на 2 минуты. Вода должна быть уже подсолена. 2 минутки в кипящей воде, и можно говядину доставать сразу в общую глубокую тарелку, где весь салат будем замешивать. Пока говядина остывает, я разберусь с остальными составляющими нашего салата. Беру томат. Нам не понадобится мякоть, поэтому разрезаю на 4 части, убираю сердцевинку и также вырезаю всю вот эту вот мякоть. Теперь томат нарезаю вот такими полосочками. Все это отправляю к говядине. Таким же образом нам необходимо нарезать и болгарский перец. Также все это отправляем в общую тарелку. Дальше кинза, лук зеленый. Как поступать с зеленью, я думаю, ни для кого не секрет. Просто нарезаем и отправляем в салат. Всю вот эту красоту мы сейчас дополняем приправами. Паприка, сушеный чеснок, конечно же, соль, и заправляем растительным маслом. Ну а пока салатик перемешивается и уже готовится к подаче, я хочу вам напомнить про самый уникальный соус для заправки любого салата. Этот, кстати, тоже можно было бы им заправить. Это, конечно же, майонез. Торговая марка МЖК «Провансаль». Майонез, который приготовлен из сырья только российского производителя. Майонез, который невероятно вкусный. И вот с кем я не общаюсь, все почему-то говорят, а мы тоже берем МЖК. Его можно найти в любом магазине для себя подходящем, который ближе к вашему дому. Там мы можем найти майонез «Провансаль» от МЖК. В общем, берите на заметку. Так, остается салатик только выложить на тарелку. Очередной рецепт уже перед вами на столе. А это значит, что их осталось еще меньше. В общем, не пропускайте каждый выпуск наших рецептов. Правдин приготовил. Приятно подкрепиться.